Как бы ты себя описала? Ой, даже не знаю, как бы я себя описала. Я общительная. Для людей, которые мне нравятся, я буду очень добрая, открытая. Если мне люди не нравятся, я замыкаюсь, и общение с ними мне не доставляет удовольствия. Люблю своих детей безумно. Люблю свою собаку. Люблю путешествовать. Не знаю, какой я человек. Надеюсь, интересно. Что хорошего и плохого ты помнишь из своего детства? Хорошее я помню, как папа меня забирал с садика. Он работал на большой машине, грузовой. И он приезжал забирать меня с садика, и я залазила в эту большую кабину. И была там такая маленькая на большом сиденье. Мы ехали домой. Ну, так как папа у меня умер рано, я не знаю, сколько мне было лет, наверное, года 4, но я это запомнила. Помню, как ездила с бабушкой в Ленинград. Тогда это был еще Ленинград. Белые ночи помню. Мосты через Неву. Это были самые яркие впечатления, наверное, в моей жизни. А плохое помню, как я упала в люк. И крышка люка меня накрыла, и меня долго не могли найти. И я тогда, помню, очень боялась, было страшно. Внизу текла вода, а я стояла на какой-то трубе. Но это было страшно, я это запомнила. Что было популярным в твое время в школе? В школе? Угу. Школьная форма из Прибалтики. Пицца с ананасом, да или нет? Нет, я вообще не понимаю. Ананас в салатах и ананас на пицце. И вообще я не люблю сочетание сладкого с мясом. Есть ли что-то, о чем ты жалеешь? О чем я жалею? Наверное, нет. Все так, как должно быть. Может быть, то, что я не пошла на работу сразу после рождения первого ребенка, а потом после рождения второго, а потом после рождения третьего, потому что найти работу после такого большого перерыва было сложно. Это, наверное, единственное, о чем я жалею. А так нет. Какое твое самое теплое воспоминание, связанное с семьей? Не знаю, наверное, как мы в Крыму все вместе отдыхали. Вот еще воспоминания. Когда мы летом были в Украине, мы все вместе собрались и отмечали день рождения Ярика. Это было отлично. Каков был твой первый год материнства? Сложный. Очень. Я не думала, что это будет так сложно. Первые полгода я практически не спала, не снимала с себя ночнушку, потому что Ярик практически не спал. Если он засыпал на 10 минут, я тут же в ночнушке и тоже ложилась. Мне некогда было ни кушать, приготовить, ничего. Он постоянно плакал, я его постоянно на руках носила. Это было сложно. Но я до сих пор помню тот день, когда я утром проснулась, посмотрела на часы и 8:30. Я сначала испугалась, думала, что с ребенком что-то случилось, а он, оказывается, просто лежал в кроватке и играл со своими ножками. Я это так запомнила, потому что это был первый день за полгода, когда он просто проснулся и не плакал, а игрался. Совет, который ты говоришь своим детям, но они не прислушиваются. Дети вообще никаким советом не прислушиваются. Это жизнь, они всегда учатся на своих ошибках.
Хотя сколько раз говорят, что учитесь на ошибках других, а не на своих. Но пока сам лоб не расшибешь, шишек не набьешь, ты этого не поймешь. Поэтому то, что мы советуем, мы хотим, чтобы они прислушивались. Но дети живут своей жизнью, и заставить их прислушиваться к тебе мы все равно не можем. Мамуля, я тебя очень люблю. И я тебя очень люблю. Ты ж мамина жизнь. Счастья, мамина.